15 января православные христиане отмечают День памяти преподобного Серафима Саровского. Это день представления святого старца и обретения его мощей. Серафим Саровский – один из самых почитаемых святых Русской Православной Церкви. Дважды в год христиане чтят его память – 1 августа и 15 января. Для прихожан храма в деревне Юркино День памяти преподобного старца – это еще и престольный праздник. В этот день здесь всегда многолюдно. По преподобному отцу нашему Серафиму Саровскому помолимся. Житие Серафима Саровского – это пример смирения, человеколюбия и огромной преданности Богу. Даже после смерти старца от его мощей происходят чудеса. К преподобному Серафиму обращаются за исцелением болезней и обретением крепкого здоровья. Православные верят, святой обязательно услышит их молитвы.